Смывка АПС М10. Сейчас нанесем кусочек и посмотрим, как оно будет реагировать. Все, ждем минут 10. Прошло пару минут, появились следы поднятия краски, но больше это там, где были сколы. Видите, вот здесь и немножко выше. Смотрим дальше, что будет. Друзья, смотрите, прошло минут 10, толка никакого нету. Смотрите, да, немножко размягчилось, но нет. Ну, посмотрим вот сюда. Смотрите, как оно все подрывает. Так как здесь верхний слой был снят немножко, даже вот отведи немножко вниз, вот здесь. Я прямо при вас сейчас покажу, как это все работает. Вот нанес. И сейчас буквально, наверное, в течение минуты, а может и нет. Вот смотрите, обратите вот сюда внимание. Начинает закипать все. Начинает все подрывать. Смысл в том, что грунт и нижние слои краски подрывают хорошо. Но когда лак старый и уже свою прочность набрал, очень сложно ему вот эту химозу пропустить через себя. Мы сейчас еще немножко добавим вторым слоем. Посмотрим, что будет. Ну, как видите, итог вот такой. Вот смотрите, даже вот сюда, на эту точечку, посмотрите. Реакция. Вот. Вот смотрите, пошло. Главное эту химозу пустить под низ. Под низ лака. Тогда он уже намного лучше работает. Ты пока снимай, а я сейчас еще наверх мазану. Если что, потом ускорю. Поинтереснее будет. Потом можно его ускорить. А может и нет. Ну, видишь, по бороздкам, как ты мазал. Как ты мазал, такие дорожками такие.